Прокуратурой города поддержано государственное обвинение Новочебоксарском городском суде по уголовному делу в отношении гражданки Павловой. Павлова обвиняется в преднамеренном убийстве своего сына. Как следует из материалов уголовного дела, его сын длительное время нигде не работал. После того, как он вернулся с армии, в армии он участвовал в горячих точках, воевал, он нигде не работал, постоянно пьянствовал, употреблял спиртосодержащие жидкости и постоянно домой приводил людей сомнительного поведения. Проживая вместе со своей мамой, он постоянно у него отнимал деньги, продукты питания, избивал ее, унижал. После совместного употребления спиртных напитков в утреннее время в своей квартире мать, не выдержав такой аморальный образ жизни и оскорбление со стороны сына, взяла нож и нанесла один удар ножом в область сердца. Данная рана оказалась смертельной, и сын скончался на месте происшествия. Новочебоксарский городской суд по ходатайству государственного обвинения учел все отягчающие и смягчающие обстоятельства по уголовному делу и назначил Павлову наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Подсудимые и адвокат обжаловали приговор в Верховный суд Чувашской Республики. И в будущем данное уголовное дело будет пересмотрено в коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики. И будет поставлено окончательное решение.